Так. Пока солнечно. Солнышко совсем закрывается тут с этими всякими темами. А вообще ничего. Там должна быть впереди деревня. Ну, короче, пока солнце. Уже рассвела мать и мачеха. Филологический факт. Слушайте только пение птиц, жаворонки поют сейчас. Вот сейчас видно хорошо, солнце сидит, какие тучи. Да. Вот такие просветы нужно вылавливать. Чтоб хоть что-то засесть между тучами. Вот этот черный дым весь, это дождик идет. Сейчас он выйдет его. Здесь солнце только зашло. Вот, похоже, вот сюда. Вот так и будем. Ну, какое затопение. Весна. Так, какие еще можно фенологические факторы наблюдать здесь? Ну, там появление какой-то новой травы. Но, в принципе, это цветение вот этих африканских растений, вербы и медуницы. Вот. Оно уже распушилось. Уже дождик. Там пыление ивы, вот это вот вся штука. Блин, она шатается, мгла фоточку мне. Я ничего не могу поделать с солнцем, а фенологический фактор будет усилен в следующем. Поэтому нужно, пока есть такая возможность его. И жаворонки кругом, и все. Вот такое оно. 28 апреля 2018 года. Через 4 дня поедем на фестиваль «Мстинские созвучия». Так. Цветение вербы у нас в медунице, я не знаю, что это точно уже. Или ива. Еще один куб где-то был.
Так, вот еще куст зацветших каких-то растений. Такой фееричный такой вид. Особенно если все объемным показать. У меня через вот эти что. Блин, может, не заснять, жаворонок полетел. Вот он спустился на землю. Слышно же, как они. Давайте тихо. Только тут такой цветочек. Сегодня. Так, подождем пока еще событий. Стихий. Экспромт. Снег сошел своей лавиной. Вербы белые пушат. Обнажились кротовины. И леса в воде стоят. Как скрипучая телега в сердце катится моем. Вдохновенной этой вербой. Мы и любим, и живем. Мы как маленькие дети все аукаем в лесу. Но ауканьем конью ответы у кукушки на носу. К нам она приносит вести из мечети тех краев, где да блин, ну блин-то. Где в тепле зимует лето, лето милое мое. Вот такой стихотворение. 28 апреля 2018 года. Экспромт. Просто послушаем звуки природы. И наконец апреля. Я, похоже, на дороге стою. Дорога. Опять газ, что ёлы палы. На небе черный ужас с дымами с этими. Намечается просвет. Вот что это там все так летает? Вот она свежая.
полторы минуты тишины, и все, я заканчиваю. Они оранжевые такие яркие. Скорее всего, они поесть. Достаточно. Я считаю, что достаточно.